Собственно, комментарии по итогам сегодняшнего матча. Ну, наверное, положительный то, что победили. В отличие от вчерашнего матча, такие комментарии. В целом, 3 очка привезти из Новосибирска – это хороший результат или нет? Ну, для нас, наверное, нет. Это плохой результат. Зная о проблемах сибиряка, мы ставим высокие задачи. И вчера нам не удалось выполнить задачу максимум. Поэтому неудовлетворительный результат. Насколько легче сегодня было играть по сравнению со вчерашней игрой? Ну, не сказать, чтобы сегодня было легко играть. Просто я думаю, сегодня мы вовремя забили свои голы, когда счет стал 3-0, 4-0, вот эти быстрые голы. И, в принципе, это нам помогло. Вчера у нас также было преимущество по моментам при счете 2-0, но мы их не использовали. Поэтому так и получилось, что пропустили один, второй. И все, в принципе, все знают. Показалось, что сегодня КПРФ против 5 полевых играла более агрессивно. Действительно так? Была такая задача? Ну, все-таки да, была. Наверное, сказывается отсутствие Жоана. Для кого не секрет, что он как бы мозг команды, и он отдаст любую передачу, поэтому как бы его нужно опасаться, и вчера мы это увидели. Сегодня, в принципе, наверное, счет нам позволял. И скамейка более длинная, играть поактивнее. Ну и сегодня не так много Сибиряк, в отличие от вчерашнего, играл 5-4.